Здравствуйте. Здравствуйте. С нами, насколько я понимаю, сын известного российского предпринимателя Михаила Ходорковского. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Как я могу к вам обращаться? Павел. Просто Павел, да? Прекрасно. Павел, вы уже комментировали в эфире нашего канала ситуацию, связанную в первую очередь с введением санкций против российской экономики, против российских предпринимателей. И в этой связи достаточно много внимания привлекает к себе ряд персон российского олигархического пула, в частности Роман Абрамович, Алишер Усманов, Игорь Сечин и прочие. Как вы считаете, те санкции, которые сейчас введены, планируется ввести против них, они достаточно мотивирующие для этих людей из ближайшего пула Владимира Путина? Иными словами, могут ли они эти санкции к чему-то этих самых олигархов подвинуть? Понимаете, эти санкции, конечно, играют сейчас роль, но это роль не та, которая сможет остановить войну. Просто потому, что это слишком мало, слишком поздно. Те санкции, которые еще не введены, которые могли бы дальше сыграть роль в плане финансирования войны, это санкции против оставшихся российских банков. Как на сегодняшний день вы знаете, финансовая блокада Российской Федерации не полная. Она не стопроцентная. Осталось где-то около 30% банков, которые могут продолжать осуществлять транзакции с зарубежом. Иностранные партнеры под впечатлением, что эти банки независимые, что они коммерческие. Это не так. Сейчас любой банк, который работает на территории Российской Федерации, является прямым кошельком Путина, который используется для ведения этой войны. Владимир Путин в любом случае будет ужесточать собственную политику в отношении крупного российского бизнеса, тем более, что ему необходимо компенсировать потери от введения санкций. Потери могут быть компенсироваться в том числе увеличением налогов, либо иными сборами с крупного олигархического бизнеса. Как вы думаете, как сильно может пострадать российский олигархат внутри страны? С каким количеством денежных знаков им придется поделиться с путинским режимом? На сегодняшний день вопрос в изоляции всей страны от мировой экономики на самом деле не будет иметь никакого значения, какое деноминированное количество рублей останется у олигархов внутри страны, просто потому что они не смогут ими пользоваться вообще. Есть небольшая надежда, связанная с этим, что просто страх за свое имущество преобладает над страхом за свою жизнь. Но, если честно, эта надежда не очень велика. Он был освобожден из путинских застенков, достаточно активно включился в процесс создание единого, скажем так, ну, можно сказать, единого оппозиционного центра за рубежом. Как вам кажется, события в Украине могут ускорить объединение российской оппозиции, политической, которая большей частью между собой не очень дружит? И может ли это привести к созданию, ну, если хотите, там, не знаю, некого теневого правительства или там правительства в изгнании, ну, не совсем корректно будет, но, тем не менее, неких параллельных структур российской власти. Или в этом же вы не видите смысла? Насчет второй части вашего вопроса, честно, не знаю, такие предположения сейчас... Это может произойти очень быстро. Насчет объединения, конечно же, сейчас все разногласия, я думаю, на 100% оставлены позади, в прошлом. Сейчас люди работают только над одним, пытаются максимально воздействовать, чтобы на все свои политические контакты за рубежом, чтобы остановить эту войну. Сейчас конкретно о чем мы говорим, это об установке бесполетной зоны на территории Украины, конечно.
Да, ну вот как раз-таки бесполетная зона Украины. Сегодня мы получили очередной ответ «нет» от руководства НАТО. Ее озвучил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг, который заявил, что эта ситуация не рассматривается. Очевидно, что в НАТО не хотят втягиваться в потенциальный вооруженный конфликт с Владимиром Путиным. В то же время Йенс Столтенберг призвал украинцев готовиться, что ближайшие дни могут оказаться еще более тяжелыми. Ну, честно говоря, выглядит это не очень обнадеживающе, с учетом того, что Украина каждый день ждет помощи от наших союзников, в том числе по НАТО. Может ли эта ситуация измениться, я имею в виду, с введением бесполетной зоны над Украиной? И что должно для этого произойти? Сколько еще должно погибнуть гражданских людей в Украине для того, чтобы НАТО пошло на этот шаг? К сожалению, страны Европы на сегодняшний день под совершенно неправильным впечатлением, что они могут избежать участия в этой войне. Точно так же, как руководство США находится под впечатлением, что они могут избежать участия в этой войне. Как, я думаю, мы с вами понимаем, это не так. Если это... война не остановится в течение следующей недели, это означает, что под удар следующими встанут страны Восточной Европы. И это потенциально грозит разрушением всего Альянса, если эта позиция не поменяется вот сейчас, в течение следующих нескольких дней. Есть ну, вот такой шанс, что мнение на этот счет поменяется? Есть. Мы сейчас все прикладываем все возможные усилия для того, чтобы довести эту мысль до людей в Европе и США сегодня, а не через неделю. Ну вот об этом сценарии как раз таки указывает британская телекорпорация BBC вчера в своем прогнозе, где они говорят, что в одном из вариантов развития событий Путин может далее напасть на Молдову, уничтожить и захватить Грузию и попытаться прорубить коридор с территории Беларуси до Калининградской области, так называемый Сувалковский коридор. И эти варианты абсолютно реалистично сегодня рассматриваются западными аналитиками. Готовятся ли к такому сценарию сейчас в НАТО, как вы думаете? Такой информации, к сожалению, у меня нету. Я не сомневаюсь, что... те люди, которые отвечают за безопасность Альянса, конечно, к этому сценарию готовятся. Вопрос, готовятся ли к этому сценарию политики. На сегодняшний день, как мы видим, пока считают, что могут проскочить. Насколько в опасности находятся капиталы и недвижимость Владимира Путина за рубежом? Дотянулись ли до них уже, условно говоря? Взяли ли их на прицел западные институции Соединенных Штатов Америки и других союзников? Ну, тут у меня информация из публичных источников. К сожалению, все эти активы были защищены по максимуму. Поэтому сейчас вы обладаете тоже информацией, что я ведутся расследования, поиск имущества, несомненно, все найденное имущество будет конфисковано. Но ничего полезного добавить не могу. Защищены по максимуму. Вы имеете в виду, что они были переписаны на третьих лиц? Конечно, поэтому этот процесс не прямой. Он просто займет время, но я не сомневаюсь, что если раньше просто политической воли к этому расследованию не было, то сейчас она есть. По вашему мнению, понятно, что мы с вами не психиатры, но тем не менее, психологическое состояние Владимира Путина вызывает у вас какие-либо опасения или нет? Вызывает опасения всего мира, я думаю, это даже не вопрос. Он провел в изоляции, судя по всему, около полутора лет. Я имею в виду и информационную, и физическую. И это, несомненно, повлияло на его оценку ситуации. Опять же, одна из ошибок, которую сейчас продолжают совершать наши зарубежные партнеры, они пытаются приписывать ему какую-то логику ведения действий. Тактическая логика, несомненно, осталась, но стратегическая логика исчезла. Человек просто пытается вписать себя в историю и абсолютно потерял разум.
А что вы имеете в виду, он пытается вписать себя в историю? В какую именно историю вписывается Владимир Путин? В историю Советского Союза, Российской империи или мы говорим о чем-то другом в данном случае? Мы говорим о возврате к бывшей территории Советского Союза. Да, но что именно он пытается воссоздать? Его интересует только территориальное завоевание, или он пытается все-таки вернуть сюда некую идеологию? Тогда, если мы говорим, то есть какую идеологию? Что такое русский мир? Что в исполнении Владимира Путина эта идеология, которая должна эти территории объединить? Поскольку, если мы обращаемся к опыту оккупированных частей Донецкой и Луганской областей, там, собственно говоря, ну, никакой идеологии, кроме гангстерской, бандитской, ну, принесено не было. Те люди, которые проживают на этих территориях, их в принципе ничего, кроме места проживания, по большому счету, и не объединяет. Если отбросить там пропагандистский угар, патриотизм, появление никому неизвестного дотоле народа Донецка и тому подобное, ну, на самом деле это все фейки. То есть, что в понимании Путина означает вот эта идеология? Что он в нее вкладывает? Несомненно, ну, для меня, по крайней мере, это только геополитическая власть над странами ближнего зарубежья в Европе. Слабость путинского режима всегда была в отсутствии идеологии. Вот эти, вот эта тавтология про русский мир не несет в себе никакой смысловой нагрузки. Это в последний момент... Пропагандисты пытаются подтянуть какую-то идеологию, чтобы мотивировать людей. Это не работает, потому что нету ключевой составляющей. Это идея идеологическая, которая могла бы как-то связать действия режима, просто отсутствует. Ну вот смотрите, из статей исторических, которые Владимир Путин публиковал до недавнего времени, из его публичных выступлений, мы узнали, в частности, об его увлечении философом Бердяевым, да, или рядом других писателей России 19-20 века. А кто те люди, как вы думаете, кто идеологически сейчас наполняет Владимира Путина? Кому он прислушивается именно вот в части идеологических своих притязаний, которые он пытается реализовать? Я боюсь, вам не понравится мой ответ. Я практически уверен, что Путин находится сейчас в полной изоляции. В основном из-за опасения за свою физическую безопасность в том числе. Поэтому я не думаю, что у него есть какая-то связь хоть с какими-то людьми, если мы сейчас говорим о возможных инсайтах, так сказать, в мышлении людей, которые могут на него как-то повлиять. Я думаю, что этого контакта просто ни у кого сейчас с ним нет. Сценарий физического отстранения Путина от власти, либо его ликвидации, также рассматривался британскими аналитиками, но они приходят к выводу, что его вероятность крайне низка. Опять же, из-за слишком малого количества информации, которую мы слышим из путинского бункера. Но является ли этот сценарий полностью фантастическим? Я имею в виду его убийство, либо отстранение от власти. Или все-таки что-то здесь может быть? Я думаю, что, несмотря на то, что этот человек полностью потерял рассудок касательно действий, которые стоят человеческих жизней сейчас, на данный момент, ведение войны в Украине, я не сомневаюсь в том, что он предусмотрел вероятность того, что его будут пытаться физически отстранить от власти. И я думаю, что сделал для этого все шаги, чтобы это предотвратить. Поэтому, естественно, это означает, что какие-то люди сейчас говорят о каких-то спецоперациях, ну, это, знаете, очень далеко от реальности. То есть вы считаете, что никакой кремлевский заговор в нынешних условиях в принципе невозможен? Невозможен. Я думаю, что там люди реально сейчас балансируют между страхом потерять свою жизнь и страхом потерять все свое имущество. А если нам повезет, то страх потерять свое имущество над ними будет преобладать, и они, по крайней мере, не будут выполнять какую-то часть преступных приказов. Это наиболее вероятный вариант. Просто с точки зрения того, чтобы защитить свое имущество и имущество своей семьи. Павел, как вы считаете, Китай может
изменить позицию Путина, если посчитает, что войну в Украине необходимо все-таки прекращать? Может, Китай не, я думаю, даже Китай не в состоянии позволить себе санкции, экономической изоляции от всего мира. Рынок России несущественный для китайской продукции. Рынок европейский и рынок США, конечно же, огромен, поэтому прыгать в кипящую уже воду они не будут. Будут ли они выражать активную позицию сейчас? Нет. Если конфликт будет продолжаться и темпы его замедлятся, то есть вероятность того, что от Китая будет какая-то, ну, не знаю насчет помощи, но, по крайней мере, не будет вреда. Смотрите, после того, когда в России были отключены все основные социальные сети, прекращена деятельность практически на сегодняшний день даже Ютуба, Фейсбука и тому подобного, ну то есть идет полное отрезание. Закрытый дождь, закрытое эхо Москвы, последние островки свободы слова, которые существовали скорее для видимости. Что дальше? Что будет дальше? Ну, с технической точки зрения, люди должны быстро понять, как пользоваться VPN, чтобы иметь доступ к информации. Разговаривал с людьми вчера в России, связь есть, да, она через VPN, да, к соцсетям доступ прямой невозможен, но это, опять, с технической точки зрения, все это можно довольно легко обойти. Что дальше? Конечно, наиболее волнующий на сегодняшний день факт, это то, что местные лидеры протестов массово уезжают за рубеж, потому что, вернее, уже большинство из них уехало за рубеж. Поэтому даже те люди, которых вот я призываю выйти на улицы в России, они мне отвечают, что нету никакой на местах организации. Когда, куда выходить. И это потому, что люди, которые предвидели последствия этого конфликта, к сожалению, сделали для себя выбор уехать из страны. Все-таки, если отказаться от чисто апокалиптического сценария того, что введенные санкции, ограничения, что все это обвалит прямо в одну секунду путинский режим, ну, выглядит это, будем сказать, не очень реалистично, не очень правдоподобно. Как долго жизнь в России может продолжаться в режиме Северной Кореи? Вот если закроют все, запретят все, людей будут сажать, вернуть смертную казнь, как сейчас собираются, ну, а что уже? В принципе, терять уже, как говорится, сгорела хата, гори и гараж. Как долго в режиме Северной Кореи сможет прожить Россия? Ну, конечно, ответ мы знаем, смотря на Северную Корею, долго. Конкретные прогнозы варьируются от 2 недель до нескольких лет в плане того, насколько общество в России сможет выдержать потерю благосостояния до начала каких-то активных протестов вот внутри той части населения, которая сейчас не противостоит активно ведению войны. Потеря покупательской способности в течение 1-2 недель, проблемы с импортом продовольствие в течение, наверное, 1 недели, проблемы с импортом остальных товаров в течение 2 недель, месяца, в зависимости от паники населения, насколько быстро они будут пытаться скупить существующий в России инвентарь. Дальше его пополнение на сегодняшний день, ну, не невозможно, но крайне дорого. Мы говорим о поднятии цен в несколько раз. Как на это отреагирует российское общество, опять же, то, которое сейчас поддерживает войну на Украине, трудно спрогнозировать. Это может быть плохой бунт, совсем не тот бунт, на который, так сказать, прогрессивное общество рассчитывает. Но я стараюсь об этом варианте не думать. Как тогда российская оппозиция за рубежом собирается доносить информацию до своих соотечественников, которые останутся внутри этого путинского концлагеря? Вы уже думали над тем, что вы собираетесь сделать?
Опять же, технические способы всем понятно, вопрос, насколько народ восприимчив. На сегодняшний день, вот информация, так сказать, из России, что мнения разделены примерно 50 на 50. Это не означает, что та половина общества, которая поддерживает войну на Украине, она вся не может поменять свое мнение. Конечно, может, когда это ударит напрямую по благосостоянию их семей. Вторая половина сейчас войну не поддерживает, но, как вы видите, нету массовых протестов. Появятся ли эти массовые протесты, тоже во многом зависит от благосостояния людей. Люди не выходят на улицы, потому что прежде всего беспокоятся за то, как обеспечить в этих резко ухудшающихся обстоятельствах благосостояние своих семей. Это то, вот, о чем я говорю со своими знакомыми, друзьями, пытаюсь их уговорить, сделать выбор в плане персональных рисков, но поднятие вероятности того, что они дальше могут жить в нормальной стране. Этот выбор для людей сейчас не очевиден. В Украине, по данным ООН, уже выехало свыше 1 миллиона граждан. И очевидно, что значительная часть их в Украину обратно не вернется после завершения войны. А во сколько бы вы оценили отток из России несогласных людей, которые не согласятся с предложенными им условиями и предпочтут эмигрировать? Сколько людей может выехать в ближайший, скажем, год, как вы думаете, с территории Российской Федерации? На сегодняшний день мы говорим о десятках тысяч, а вот то, что происходит сейчас. Конечно, желающих покинуть территорию Российской Федерации будет намного больше, но практически ответ на ваш вопрос, а куда они смогут выехать физически? Уже на сегодняшний день логистика, не невозможна, но крайне осложнена. Люди едут на поездах, чтобы потом пересесть на самолеты. Люди едут в совсем уже нежелательные страны, чтобы попытаться из них попасть как-то дальше в более приемлемые страны для проживания. Если эта война сейчас не остановится, то желающих принять российских граждан в остальном мире будет очень-очень мало. Поэтому вопрос, куда просто эти люди смогут уехать в большом количестве. Я думаю, что если мы говорим о нескольких годах, то ответ будет никуда. Никуда. На данный момент стран, которые бы заявили желание принимать массово российских граждан, нет ни одной, действительно. Опять же, из-за логистики сложной, усложнение визового режима, это будет сделать сложнее намного. Допустим, уже известно, что одним из самых популярных направлений российской эмиграции станет Грузия. То есть будут уезжать в Грузию. Опять же, там из-за достаточно мягкого политического климата, лояльного отношения к россиянам. Беларусь, понятно, не поедут. Эта страна ничем не отличается от путинской России. А теперь она, в общем-то, еще непонятно, где хуже жить. В Беларуси или в России будет. А остальные страны региона, традиционно, которые принимали россиян, та же Украина, теперь, наверное, вряд ли станет это делать, опять же, из-за общего роста ненависти не только к Путину, но и к людям с российскими паспортами, будем так говорить откровенно. И пока что Украина была таким островком стабильности даже на европейском континенте, уровень ксенофобии здесь был, наверное, самым низким. Но ситуация может поменяться, опять же, с учетом того, сколько жертв понесла Украина среди мирного населения. И, естественно, людей, которые будут в этом винить не только лично Путина, но и российский народ, может быть, достаточно много. Как эту ситуацию, вы думаете, изменить? Или вы считаете, что это все должно лечить только время? Сначала небольшой комментарий про Грузию. Грузия все-таки небольшая страна в плане количества населения. 3,7 миллиона, по-моему.
транзит через Грузию большого количества россиян ну, физически невозможен. Сколько страна может принять до того, как у них начнется логистический кризис от въезда большого количества людей? 10%? 370 тысяч? Ну, что-то в этом духе. После чего просто россиян перестанут пускать, потому что это будет вредить и безопасности страны, и, естественно, экономических способности такое количество людей размещать себя на территории, даже в плане временного транзита куда-то дальше. Насчет вашего вопроса по поводу отношения к россиянам, ну, я не хочу сейчас звучать совсем уж пессимистично, но я искренне считаю, что для моего поколения это проблема, которую уже исправить не сможем. То есть я не вижу, как я смогу объяснить человеку, которого я до этого не встречал, что я не тот россиянин, который за войну был в Украине, а другой россиянин. Я думаю, что просто люди с этим не будут разбираться ни в одной цивилизованной стране. Ну да, это выглядит как достаточно опасный тренд вообще для России и для россиян, с учетом того, что вот этот антироссийский тренд, не столько даже антипутинский, сейчас подхватывают очень многие селебритис. Это становится, ну, вообще такой мейнстримовым популярным течением. Вот. И уже есть зафиксированный ряд случаев нападений, ряд случаев насилия в отношении российских граждан, как в странах Северной Европы, прошу прощения, в Северной Америке, так и в странах Европы, как мы понимаем. И даже прозвучали угрозы в адрес российского президента, который озвучил Линдси Грэм, сенатор Соединенных Штатов от республиканцев. Он заявил, что проблему можно решить, если завалить того парня, имея в виду под ним, конечно, Владимира Путина. Как вам кажется, вот эта вся история с объявлением цены за голову Путина, это чисто хайп? Или кто-то может серьезно все-таки озадачиться тем, чтобы собрать сумму денег, нафандрейзить в буквальном смысле, для того, чтобы его ликвидировать? Громкие заявления, как вы говорите, хайп, которые, ну, опять, я человек довольно прагматичный, они под собой не имеют практической базы. Отбросим этическую сторону этого вопроса. Практической базы они под собой не имеют. С точки зрения общества российского, опять, народ ждет, что проблему решат за них. Сделайте это за меня, называется. И это ровно та причина, по которой сейчас Россия как страна находится вот в той ситуации, в которой она находится. Люди не хотели взять в свои руки контроль над своим будущим и над действиями своего государства. Сейчас мы имеем войну, которая разрушает сразу две страны. Поэтому вот эта надежда на то, что придет какой-то спецназ или какой-то богатый человек объявит многомиллионный куш за то, что Путина убьют, ну это просто... Это просто прятание головы в песок с точки зрения российского общества. Ну, понятно. Но, тем не менее, вот уже многие бизнесмены, корпорации заявляют о том, что они будут поддерживать экономически Украину, восстанавливать ее, вкладывать сюда достаточно значительные суммы денег. И даже одиозный олигарх Роман Абрамович сказал о том, что якобы он выделит деньги от продажи футбольного клуба «Челси» на помощь пострадавшим от войны в Украине. Правда, не уточнил, кого он имел в виду. Может, он имел в виду не всю Украину, а только часть ее, оккупированную Россией, так называемые отдельные районы Донецкой и Луганской областей. А вы и ваш отец планируете каким-то образом вкладываться в восстановление Украины, либо привлекать средства других бизнесменов, корпораций для восстановления? Да, мы уже сейчас помогаем, я лично помогаю людям на Украине напрямую, волонтерам, организациям, которые вот имеют возможность там сейчас что-то сделать на месте.
какая-то более значимая в плане объемов помощь, конечно, зависит от гуманитарных коридоров. И опять вопрос переходит в политическое русло. Кто их обеспечит? Да, есть, несомненно, планы собирать пожертвования на гуманитарную помощь для людей, находящихся в критической ситуации на Украине. Но сейчас вопрос номер один, как обеспечить транзит этой помощи. Я имею, естественно, в виду. Большое спасибо всем волонтерам, которые, рискуя своей жизнью, едут на своих частных машинах, забирают медикаменты, припасы, развозят их по городам. Это вот ровно сейчас спасает жизни людей. Так что большое спасибо за их труд. И вот как только я нахожу людей, которым я могу помочь, я им помогаю сейчас, не завтра, сейчас. Но вопрос о решении обеспечения такого города, как Харьков, где живет 1 000 000 человек, конечно, это вопрос обеспечения безопасности гуманитарного коридора и для эвакуации, и для поставок медикаментов. Об этом как раз заявлял мэр этого города Терехов о том, что соответствующие гуманитарные коридоры российскими оккупационными войсками пока не предоставлены. Но еще более опасная ситуация складывается в городе Энергодар, где находится крупнейшая в Европе атомная электростанция Запорожская АЭС, захваченная кадыровцами. Как об этом заявили в Запорожской областной администрации, кадыровцы убили всех специалистов. Захватили сейчас АЭС, это может привести к непоправимому взрыву одного из блоков Запорожской атомной электростанции. Такому образом, авария в Чернобыле 1986 года может показаться, ну, в общем, детским лепетом на фоне того, что может произойти. Это, как вам кажется, это целенаправленное действие российских военных? Или это хаос уже, следствие, самоуправство в этих самых вот представителей окружения Кадырова, которые сейчас могут привести к этой трагедии? Нет, это, несомненно, целенаправленные действия. Конечно, в целях является не грязное атомное загрязнение, хотя это может произойти исключительно из-за некомпетентности людей, которые там сейчас находятся. Но цель, несомненно, отрезать от энергоснабжения центр страны, чтобы ухудшить осадную ситуацию крупных городов. Потому что по атомной энергостанции палить ракетами никто не будет, а по теплоэнергостанции, которая под Днепром находится, могут. Поэтому они берут под контроль атомные электростанции, чтобы угрожать блокадным городам отключением. Вот эта гуманитарная катастрофа, как вы думаете, это было изначально заложено в путинских планах, или они уже вынуждены были менять свою тактику из-за провала первоначального плана Блицкрига в Украине? Это, несомненно, изменение тактики, и, к большому сожалению, я думаю, что те переговоры, которые проходят сейчас, это всего лишь взятие паузы с российской стороны для необходимого времени, чтобы переоснастить войска, которые просто были не готовы к тому, что они будут находиться на территории Украины в боевом состоянии больше, чем 3 дня. Ну, все эти истории насчет пайков, топлива и так далее, я думаю, все знают, информация открытая. Дальше, чтобы решить этот вопрос, нужна пауза, и, к сожалению, эти переговоры, я думаю, играют именно роль взятия этой паузы. Развитие военных событий в Украине. Спасибо вам за ваше время, за включение на наш канал.